всего мертв. Там звонил на детей вечером. Он был временно недоступен. Рука у него хорошая, не тебе. Что? Не тебе он хороший. Я тут Маша сказала, что там прямо вроде нос нужно, мне же уже старался, а вроде бы он третий не было. Ну, о чем ты это знаешь? Здравствуйте, Сатанин. Это нам. Угу. Берем. Надо, как говорится, горло промочить. Не-не-не, это мне не надо, спасибо. Я уже только что из этого, как называется, бухлета. Так мы Илью сюда тоже должны посадить на место. Так, сейчас. Антон, все. Дубин. Вперед. Это стол. Нам. Антон. Прошу. Нет. Ну, уже занимайте все места. Я думаю, что уже все, кто хотел из вас прийти, так вот, чтобы просто очень-очень хотел, так тем же пришли. А те, кто просто хотели прийти, еще придут в процессе того, как мы будем разговаривать. Напомню всем, кто мы такие и зачем мы здесь собрались. Поскольку это совершенно необходимая вещь. Итак, мы собрались здесь по поводу столетия со дня рождения выдающегося итальянского композитора Луиджи Нона, который является одной из определяющих фигур не только в музыке 20 века, не только в итальянской музыке 20 века, но и, наверное, в европейском искусстве 20 века вообще. Имя Луиджи Нона стоит в одном ряду с такими именами, как, например,
Джакомо Манцу, Альберто Бурри, Федерико Феллини, Пьер Паоло Пазолини. Да я сейчас называю здесь имена только итальянских деятелей искусства, которые повлияли на мировой художественный процесс. Нона воплотил в себе все те противоречия, которыми так был богат 20 век, потому что, с одной стороны, он писал очень сложную музыку относительно той аудитории, которой он ее предназначал, потому что Нона был глубоко верующим, если так можно выразиться, коммунистом. Настолько же, насколько Мессиан был глубоко верующим католиком, например. И, соответственно, предназначал Нона свою музыку, если не победившему, то, во всяком случае, побеждающему пролетариату. И даже ставил опыты над пролетариями по восприятию своей музыки. В архивах РАИ, итальянского радио и телевидения, сохранился документальный фильм, как Нона вместе со своими ассистентками едет в поле, где на тракторе сидит мальчик-фермер. Они снимают его с этого трактора, сажают в машину, везут на радио в студию электронной музыки, где ему демонстрируют сложную электронную композицию. Ролик цветной, то есть это, наверное, там, ну, 73-й, 76-й год. Вот, и спрашивают мальчика, каково ему. Да, вот, мальчик говорит, что «Mi piace sempre», что-то в таком духе, нравится ему. Вот. Это, конечно, такая великая утопия, которой Нона был предан до конца жизни, поскольку даже его самое последнее сочинение было связано «Каминантес нуай каминес ай каминар». Это такая старинная испанская надпись, которую можно, печать монашеского ордена, которую можно перевести как «Путники дорог нет, но надо идти». Вроде бы такая тема, связанная со временем, да, там эта надпись вот так вот по кругу располагается. Там есть одно словечко «Аякучес». Это такие «Аякучес». Это такие индейцы в Перу, индейское племя, которое вдохновилось марксистской идеологией и пошло против своего законного, да, буржуазного, как говорится, правительства. Шел какой-нибудь 80, я не помню уже какой год, тогда был пионером, что-то про это такое писали, говорили. Вот. Да, в общем, даже самые последние вещи Ноны так или иначе связаны с политической борьбой. Это такая одна сторона утопии. Другая сторона утопии заключается в том, что Нона, занимаясь проблемами музыкального языка, эволюционируя в сторону все большей ясности, дышащей ясности, как называется одно из его знаменитых произведений 80-х годов, все больше работал над смыслом паузы, тишины, которую он рассматривал не как лакуну какую-то, да, а как отсутствие чего-то, что все равно либо существовало, либо существует. И таким образом вот это небытие звука у Нона представляет собой не его отсутствие, а инобытие звука. И как мы можем услышать тишину, которые наполнены, особенно поздние сочинения Нона, ну, наверное, только за счет тех многочисленных незримых нитей, реально существующих звуков, которые оплетают эти выразительнейшие паузы Нона. И, соответственно, жизнь и творчество Нона как великая утопия
окончательно перечеркивается вместе с падением, ну, скажем так, последних остатков парадигмы сериального письма, которое еще слышно таких его учеников, как Хельмут Вахенман. Да, мы сейчас живем в совершенно другую эпоху, когда там, не только про коммунизм, да, но даже вообще про классовое сознание как-то уже никто не вспоминает. На композиторской сцене вымирают последние спектралисты, постспектралисты. Все больше становится какого-то концептуального, игрового, перформативного начала в современном музыкальном искусстве, которое творят нынешние 40-летние. Но, тем не менее, наследие Нона и его утопические взгляды все равно имеют для нас особую актуальность. Что такое для нас Нона сейчас? Мне хотелось бы поговорить с участниками нашей встречи, профессором Московской консерватории, доктором искусствоведения Светланой Ильиничной Савенко и доцентом Московской консерватории, кандидатом искусствоведения Романом Насоновым. О том, что такое Нона для нас сегодня. Московское время 16 часов 16 минут. И мы с вами будем беседовать. 17. Да, ну вот у меня время летит. Да, время летит, время асинхронно. Да, вот, мы будем заниматься обсуждениями этой проблемы примерно до 5 часов. Да, вот, а после этого в нашей программе будет сюрприз. Сюрприз у нас как раз должен состояться до 5 часов. А, да, извини. Значит, соответственно, в нашей программе будет сюрприз. И после сюрприза будут читки воспоминания Луиджи Нона, в которых примут участие директор фонда Николай Каретников, Антон Каретников, музыкальные критики Илья Овчинников и Антон Тубин, участники круглого стола, участники встречи, Роман Насонов, Светлана Савенко, ваш покорный слуга Федор Сафронов, а также куратор проекта Марии Невидимова. Итак, я хочу задать первый вопрос Светлане Ильиничне. Светлана Ильиничне, да, как вы думаете, что для нас Нона, что для нас Нона сегодня? Сегодня? Я вообще-то больше ответственна за то, чем он был раньше, потому что сегодня он, наверное, превратился, ну как превратился, сегодня это вообще классика, которая изучается в учебных курсах, так или иначе, которая даже у нас уже достаточно освоена, которая, к сожалению, очень мало исполнена при этом. По-моему, даже какие-то крупные его опусы. Вот я не помню, вот «Эль Канто Соспезо» у нас такие исполнили или нет. Mm-mm. О, замечательно. Светлана Ильинична, это дело в том, что вы абсолютно правы. Мы в лице Центра современной музыки и ансамбля студии новой музыки сделали невозможное, потому что пытались представить в камерном и хоровом звучании все периоды существования, периоды творчества Нона, потому что подавляющее большинство, просто публика может не знает, в чем объективная причина, подавляющее большинство музыки Нона написано для очень больших составов оркестра, либо это опера, либо это электроника. Вот, потом пространственно расположенная электроника под конкретное помещение. Не самое его в этом отношении обременительное. Да, если не считать того, что там пятерной оркестр. Ну, понимаете, да. Но тем не менее, вот, ну, если сравнивать, допустим, с некоторыми другими авторами, вот еще просто я хочу сказать, что это надо было сделать уже давно. Ну, сейчас уже, так сказать, следующий круг, и тут вообще опять делается это все невозможным. Но в свое время у нас все-таки случилось такое невероятное событие. В Большом зале консерватории сыграли целый вечер Ксенакиса. Было такое. В 94-м году. В 94-м, да? Ну, вот.
А там насчет составов и всего остального. Просто, ну, как-то не нашлось, видимо, такого человека, который сдвинул бы эту гору. И ситуация поэтому на сегодняшний день такова, что он действительно переехал в разряд каких-то вот таких уважаемых, тем более его уже давно нет на свете, вот, представителей того, что он сам когда-то назвал, это он, его же термин, «дармштадтская школа». Вот. И это сейчас уже такая, как говорится, древность для тех поколений, которые за это время пришли, которая, тем не менее, вот осталась такой вот некоторой окаменелостью все-таки. Вот, к сожалению, тут ситуация такая. Поэтому вот сегодняшний концерт, я надеюсь, что он прольет бальзам на наши души в этом отношении, потому что вот монографический концерт, но он даже в каких-то там вариантах все-таки я тоже не упомню. И ему даже, ну, тут они все не очень удобны, как говорится. Потом он случилось так, что я тут даже не столько сегодня, вот я как бы сейчас обозреваю историю его существования в наших условиях российских. Но вот остальным его собратьям по дармштадтской школе повезло больше гораздо, потому что Булес к нам приезжал, играл себя. И потом он приехал тоже, когда все стало более-менее можно в 90-м году с ансамблем «Интерконтемпорен». Были целые гастроли, мы услышали эту музыку как бы в аутентичном виде. Его сочинение. Со Штокхаузеном вообще в том же 90-м году получилось совсем славно. Что он приехал со всей своей командой, у него было целых там 5 концертов. Вот, сейчас это все тоже забыто, но, по крайней мере, какой-то такой вот прорыв по отношению к нему происходил. И я думаю, что дело даже не только все-таки вот в составах, а в том, что все-таки все же у него было такое чуть-чуть, ну, как сказать, сложное положение, которое он, конечно, понимал в свое время, ведь он был первый такой настоящий современный композитор. Я уж что-то не говорю, произношу там слово «авангардист», а у меня авангардист, неважно. Такой вот живой, настоящий, пишущий как бы новым языком, который вообще нас посетил. Это вот мы услышим достаточно скоро новеллу Николая Николаевича Каретникова, как это все происходило. И тогда уже его положение было таком, он, видимо, до конца как-то не очень это все понимал, что совершенно естественно для человека, ну, такой нормальной европейской культуры, как его принимают, на каких основаниях и чего от него ждут, чего ему нельзя. Потому что, с одной стороны, ведь, ну, допустим, вот тот же самый 64-й год, когда все как-то так потеплело, вот этот период, и стало возможным, то есть стали возможны контакты просто, можно было переписываться там за границей, так сказать, получали люди уже приглашения там всякие от русских, в общем, как-то все стало вроде бы возможно. И некоторые наши коллеги на Западе, они поняли это буквально. Опять-таки приведу один пример совершенно такой тоже из тех же времен, когда к нам вдруг попросилась приехать с концертами как дирижер Надя Буланже. Но она потом приехала в 66-м году, но ее, конечно, дирижировать ей не дали, она просто сидела как член жюри конкурса Чайковского. Ну и то хорошо. И вслед за Надей Буланже того же самого захотел упомянутый уже мною Карл-Хайнц Штокхаузен, который просто написал Игорю Ивановичу Балашкову, что он хочет приехать вдвоем, втроем даже с Дэвидом Тюдором и Каскелем, ударником, втроем, и что они вот хотят дать такие концерты. Тот, конечно, у него полезли глаза на лоб немножко. Но там дальше продолжение было тоже не менее фантастическим, чем сам запрос. Из этой же переписки мы узнаем, что это, что Блажков
как-то так пытался эту ситуацию каким-то образом решить. И в результате бесстрашная Мария Вениаминовна Юдина пошла к Шостаковичу с этим письмом Штокгаузена, что он, дескать, он хочет приехать. И Шостакович это дело подписал с большим удовольствием. Будучи одним из секретарей Союза композиторов, он имел это право. Но потом это все аннулировали, конечно, дезавуировали, все это, ничего не вышло. Вот. Но я просто для чего развлекаю вас этими историями? Для того, чтобы понять, почему вот Луиджи Нона был единственный композитор, которого пустили к нам тогда. Почему? Он был член Компартии Италии, и более того, даже он секретарь. Состоял в Центральном комитете этой партии. Угу. Из этого вышло потом кое-какие вещи. Ну, так сказать, он приехал как тоже как нормальный человек. Я сейчас про это не буду говорить, потому что это все впереди. Но вот он потом еще приезжал, и что-то, видимо, он как-то сумел сообразить. Вот, об этой ситуации. Но, тем не менее, до конца он этого не понял. Совсем. Вот здесь вот была вот эта. То есть ситуация новой музыки в России и ее представителей. Он потом это назвал, у них какие-то такие странные почему-то не сложившиеся отношения. Вот у его друзей там Денисова, Шнитки, там Каретников и прочее. У них почему-то вот с руководством Союза что-то там не сложилось. Не понял, что это была, ну, как говорится, пропасть, которая была непреодолима. Это, так сказать, социально-исторический аспект этой проблемы. Она действительно вот такая вот, он в этом отношении так и остался этой белой вороной. Вот он приезжал, потом приехал вот в 88 году на фестиваль, который был уже в Ленинграде тогдашнем, который был уже совершенно другой. В общем-то, по сравнению с первым фестивалем такого рода, но он тоже этого не очень, это не очень представлял, и поэтому ему там было безумно скучно. Потому что для нас было просто таким прорывом, потому что к нам, кроме Нона, приехала, в общем-то, элита новой музыки после Второй мировой войны. У нас был Лючано Берио, который сам дирижировал свои симфонии знаменитые. У нас был Джон Кейдж живой, который проник, даже без визы его как-то пустили. Потом у нас просто вот, у нас был Дёрст Курток, был Лахенман. Они все к нам приехали. И это все вот то, что он слышал, тем не менее, но он ужасно скучал, говорил, что вот он не удовлетворен этим всем. Все он как-то вот так вот был немножко мимо нашей ситуации, хотя ездил, и, в общем, он... Хороший человек, у него даже был вот этот общий проект, о котором мы еще будем говорить, с Юрием Любимовым. Ему удалось этого добиться, это же было тоже совершенно немыслимо, что в 1975 году советского режиссера, да еще с такой как бы репутацией, как Юрий Любимов, выпустили в театр «Ла Скала» ставить эту самую «Под жарким солнцем любви». Там, причем там была целая команда, там еще были отсюда люди, его любимый художник был Давид Боровский, Леонид Якобсон в качестве балетмейстера. Это все были вот такие вот как бы совершенно неофициозные с точки зрения тогдашних условий люди. Это все были какие-то вот такие вот истории. Если же говорить, собственно, о его, как говорится, ну, таком музыкантском значении, композиторском, то сейчас, ну, я не знаю, сейчас воздействовал ли именно Нона как-то, именно Нона, потому что вот эти, его поиски в области тишины, вот этого соотношения звук в тишине, про это, про все нам было гораздо лучше рассказала Лариса Валентиновна, которой, к сожалению, нет. Вот, ну, я так, это Федор Михайлович сейчас об этом тоже говорил. Вот это направление его, вот такое бескомпромиссное совершенно, вот на грани какого-то уже, ну, балансирование между существованием и несуществованием звука и, соответственно, большим риском в осуществлении самого опуса. Ведь эта пьеса, которая, кстати, вот она и звучала тогда, в этом 88-м году, вот этот, где нету пути. Угу. Да, нет пути, но надо идти.
Я так, простите, даже зарифмовала. Это случайно, я не старалась. Вот, которую тогда играл Гидон Кремер, который, кстати, очень интересно говорил просто о работе с ним, что это особый такой трон был. Это ведь направление, в котором тогда вообще пошла как бы вот эта вот новая музыка, начиная с, в общем, примерно даже уже с конца 70-х годов, вот с такого, когда такой вот, говорится, почтенный сюрреализм уже стал совсем почтенным. А вот и был уже мало пригоден для дальнейших каких-то движений. Вот, и тут вот трудно сказать, что вот именно Нон что-то такое для нас сказал. Единственное, что он, хотя, ну вот лично для меня, если говорить о такой стороне этого вопроса, ну, для меня как раз такой, ну, лично для меня такой достаточно важный, это то, что, ну, как известно, вот эта Дарбштадтская троица, она стремилась быть единой и никак не представлять свои национальные культуры, ведь это должно было быть такое эсперанто музыкальное, которое для всех годится равным образом. Ну, и мы прекрасно знаем, что, тем не менее, это ничему не помешало более забыть французам, но на итальянцам и штокхаузеном немцам. Это они все трое. Но вот для меня лично вот итальянская, я очень, простите, люблю итальянскую музыку новую, это все-таки не в первую очередь Нона. Вот если брать его современников, то для меня это скорее Лучано Берио. Вот. Но это, то есть с этой стороны как-то тоже можно было бы как бы к нему, так сказать, зайти, потому что Берио имел большое влияние, действительно. Были и другие, так сказать, лица. Но вот я не могу здесь назвать, но она вот в этих первых рядах. Как, Федор Михайлович, вы на это смотрите? Ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Берио все-таки открыл то, что является для музыки таким каким-то ящиком Пандоры. Давайте тут не будем мы туда. Я просто про вот влияние Нона. Вот все-таки, вот вы считаете, что вот он вот, действительно... Влияние, так вот, я говорю, поэтому влияние Берио, да вот, поскольку у него, как говорил Александр Викторович Михайлов, вот, что в руках, что герменевтика – это ключ, а феноменология – это отмычка. Вот, понимаете, в чем дело? Дело в том, что, да, дело в том, что Берио, вот, со своими экспериментами в области, скажем так, музыкальной культурологии, да, вот, открыл такой ящик, да, из которого, так сказать, выскочил Альфред Гальшнитке вот, в значительной степени. Ну, вот, он повлиял на Ганса Вернера Хенце, вот, и влияние Берио, благодаря тому, что он сделал нечто очень простое, понятное, да, доступное, да, совершенно не эзотерическое, да, вот, а именно вот так вот стал уравнивать в правах всю мировую культуру, да, выступив таким Джойсом от музыки, да. Да, но у нас сегодня юбилейный Берио. Я понимаю, да, но, собственно говоря, любопытно было бы их сравнить в этом отношении. Нет, конечно, вот, но сейчас все поймут, да, что я сторонник, да, не эзотерического, доступного и всякого такого отмычек. Ну, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что касается Берио, да вот, с влиянием Берио все понятно. Оно огромно, потому что, ну хотя бы потому, что оно соблазнительно. Но я остановилась вот на этом месте, чтобы не называть еще другие фамилии. Ага. Потому что, ну, я и так поступила неосторожно, я вижу. Вот, понимаете, я не хочу, чтобы, да, мы отвлеклись. С Нона все очень сложно. Вот, потому что Нона... интересно, в отличие от Берио, чистая красота. Вот. И понятно, дело в том, что Берио генуэзец, а Нон венецианец. Вот. Они расположены с разных сторон. Да. Вот. И, в общем-то, они примерно, ну так скажем, не как кошка с собакой, не как черный клоун и белый, рыжий клоун и белый клоун. Да? Но, тем не менее, они всегда как-то друг на друга светят.
Вот. И волей, неволей их приходится друг с другом сравнивать. Как там у Сидельникова было в его эпиграмме? Лючана, видео мы запишем стерео. Нет, нет, нет. Вот. Или это не Сидельников сказал? Нет, это Сидельников сказал, да. Совершенно точно. А у Джинона мы запишем Мона. Мона, да. Вот, да, у него такой. Вот поэтому... Такой. Да, вот, собственно говоря... Сейчас не отвлекаясь действительно на Берио, а также там, не знаю, на Донатоне, на Бруно Модерно, который, ну, Бруно Модерно очень интересный композитор. Да, ну, вот, но тем не менее. Да нет, там полно замечательных композиторов. Ага. Которые, кстати, потом очень хорошо у нас все пошли. Вот да там, ну, по крайней мере, до Шарина точно. Освоенный достаточно. И влияли. Вот про Шарина я хотел бы как раз поговорить, что, собственно говоря, опыт. Нет, мы сейчас говорим не столько про самого Нона, про то, что такое Нона сейчас. Да, ну я напоминаю, но вот сейчас что... и получаются вот эти все контексты, где мы его потеряем в результате. Вот. Но в Шарина мы его не потеряем. Нет, ну, разумеется. Нет, но дело в том, что все-таки вот у Нона, хотя для я сейчас тогда, как это называется, отменю свое субъективное, потому что высказывание, что мои вкусы в данном случае никакого значения не имеют, естественно. И просто скажу, что и Нона был тоже в такой же степени, как и другие члены Троицы, представитель этого самого итальянского, ну, я бы сказала, стихии просто итальянского Мелоса, даже этого моего любимого Бельканто. Вот, и, в общем-то, там действительно такие вещи были. Вот. Ну, кроме того, что, конечно, вот эта вот та самая идея утопии, о которой вы так справедливо говорили, она, конечно, тут тоже... как называется, вносит свои коррективы. Да, призрак, да. Вопрос, призрак бродит или не бродит? Да. Вот. Как ты думаешь, призрак бродит или уже не бродит? Не знаю. Или фантазма? Понятия не имею. Надо у него спросить. К онтологии, в общем, отношения не имею. Но смотри, да, если включаться в разговор, и что такое для меня, потому что я насчет призраков и влияние призраков на окружающую среду, пожалуй, да, воздержусь высказываться, то я бы сказал, что для меня Луиджи Нона – это композитор первого класса, пишущий первоклассную музыку, очень непростую именно для слухового восприятия, требующую очень тонкого, отточенного слуха. Именно в силу вот этой вот тонкости и отточенности музыки ее, она, конечно, очень плохо просто слухом освоено. Тут дело не в количестве исполнений как таковых, а вот в этой самой освоенности и умении различать тонкость того, как он работает. Я даже вел бы речь не только о каких-то вот его произведениях, скажем, позднего времени, где эта слуховая тонкость, она обнажена и она очень заметна. Но даже если смотреть какие-нибудь произведения, вроде бы такие коллажного типа, ангажированные, или какие-то еще, да хоть освещенную фабрику, в конце концов. Да, то ведь, когда ее слушаешь, как бы несколько отстранившись от всяких идеологических и, может быть, слишком актуальных контекстов, то поражаешься, насколько тонко он работает с самим звуком, насколько тонко он все дифференцирует, насколько тонко он и слышит. И в этом отношении нету для меня какой-то, вот именно в этом отношении, принципиальной разницы там между произведениями сравнительно ранними, ну, вроде там вариациями на 41-й опус Шонберга, с одной стороны, да, вот там Канта Саспеза, который мы упоминали, освещенной фабрикой, там, да, и не будем там чего-то такое делать с Марксом, вот, и произведением, скажем, более позднего времени. И вот сложность, да, она где-то действительно эзотерична, а где-то она вроде бы и не эзотерична, а очень контекстуализирована. И эта контекстуальность, она как бы эту сложность заслоняет. Сам ведь Нона не рассетовал на то, что да, читают идеологию в его музыке, а не читают то, что он в этой музыке мыслит. Точно так же, как мыслили Царлин и Артузия, и точно так же, как мыслил, собственно говоря, Шонберг. Вторым Шонбергом он в каком-то смысле хотел быть, наверное, только Шонберг, естественно, поздним, там, времен того же самого 41-го опуса.
Вот, то есть первый момент, да, мне кажется, он очень важный. И я здесь, собственно говоря, некоторым самозванцем ведь оказался, потому как, к сожалению, захворала Лариса Валентиновна, и мы в кулуарах уже сожалели со Светланой Ильиничной об этом. Но все-таки Лариса Валентиновна, в общем-то, наш живой классик, уж по крайней мере в том, что касается написанного «Анона». И да, вот у Ларисы Валентиновны есть очень, вроде бы, ясная, но на самом деле дающая очень богатую пищу к размышлению параллель «Нона» с ее любимым Бетховеном. Вот. Мне кажется, что эта параллель далеко не случайная, и более того, здесь, да, эта параллель, она в каком-то смысле становится шире, потому что я помню еще даже, когда Лариса Валентиновна защищала свою докторскую диссертацию, то были какие-то споры, ну, естественно, диссертация совершенно великая, блестящая, спорить там практически нечего, но вот эти вот параллели, которые она проводила между вторым авангардом, так называемым, и Венской классической школой, они не всем казались вполне понятны и убедительны. Но между тем, даже, в общем-то, сегодняшний ход дискуссии, отчасти, особенно, конечно, на Западе, потому что у нас до нас не все дискуссии доходят, он как раз показывает, что эти параллели имеют право на существование. И дело даже не только, да, вот в какой-то поверхности, там, что Нонна любил Прометея, что у него есть поздний стиль, что перед поздним стилем есть молчание, что он верил в революцию, стремился в будущее, а потом стал более эзотеричным и углубленным, вот этот поздний стиль создал и многое другое. Но ведь в конце концов, когда думаешь вот о том, что в те годы было, то диву даешься, как, собственно говоря, нашлись, во-первых, просто условия для исполнения такой действительно очень трудной и трудно исполняемой музыки. Да, ведь это просто стоит больших денег и усилий. Ну и при всем при том, что эта музыка, она, в общем, как бы антибуржуазного в высшей степени, да, и антиамериканская уже, конечно, и антифашистская, но также просто вот, да, не спровергнем все, что только можно не спровергнуть, вот с таким вот пафосом. Ведь это до некоторой степени, конечно, чудо, но ведь точно так же сегодня говорят в отношении того же Бетховена, что он не просто там, да, великий музыкант, а что это социально сконструированный феномен, и что гений социально конструируется, и что если бы не было спроса на авангардную музыку, а ведь, по сути дела, Бетховен, как и венские классики, да, это для нас классики, а, в общем-то, по тем временам, скорее, это авангард, и музыка очень сложная. Так вот, да, собственно говоря, вот это вот спрос и условия для исполнения сверхсложной музыки, которая требует вот этой вот необычайной тонкости слышания и необычайного мастерства, которое за всем этим стоит. И вот здесь эти параллели, они начинают играть, и они, наверное, не полные, потому что на Бетховене действительно там выросло нечто дальнейшее и романтическое, и уже и в 20 веке вот эта вот, да, бетховенская традиция, и вот этот след запроса на очень сложную музыку, которая требует аристократических, пардон, ушей, да, вот он как-то оказался очень длинным. В данном случае след оказался не таким длинным, и сегодня, конечно, в общем-то, одна из излюбленных тем, довольно банально часто трактуемая, хотя, в общем-то, ничего случайно не бывает. Это об искусственности вот того самого, там, условно говоря, дармштадтского авангарда, о том, что это все быстро и изжило себя, и перепинталось, что сегодня это неинтересно, не актуально, не скучно, что это вот когда-то мы там, да, может быть, даже дураки ходили, восхищались, а сегодня мы понимаем, что это все нежизнеспособно. Вот. На самом деле это, конечно, не так, но тем не менее, вот если мы уж, да, сели вот на эту самую параллель, которую не я придумал, собственно говоря, а отсутствующая Лариса Валентиновна, да, но как раз, да, мы и говорим в неком роде из тишины отсутствия, потому что, да, вот, в общем-то, эта самая тишина, она бывает и неинтересна очень, и продуктивна, как мы знаем, собственно говоря, из музыки Нона, там, особенно из его квартета, конечно, может быть. Вот, то, да, получается, что вот оно где-то похоже, а где-то и не похоже, потому что вот этот самый след запроса на действительно сложную музыку, требующую большого интеллекта и, прежде всего, интеллекта ушей и большого, очень глубокого вчувствования, он оказался не таким длинным, как в том случае. И почему это произошло, это, в общем-то, все-таки причины какие-то очень глубокие, культурные, если хочешь, даже и социальные в чем-то причины.
потому что мало быть великим композитором, для меня Нона, безусловно, великий композитор, но, в общем-то, да, вот есть еще какие-то условия для того, чтобы этот импакт-фактор, он либо работал дольше, либо работал короче. Здесь он работал короче. Но еще один момент, который, да, в общем-то, хочется сразу проговорить, потому что время у нас стремительно тает, а пора уже, наверное, делать и какие-то сюрпризы, это все-таки, да, о том, что вот я уже затронул эту поднимавшуюся здесь тему тишины, и даже вспомнил вот этот самый, да, квартет с его паузами и ферматами, которые совершенно прекрасные и непрочитываемыми стихами. Вот, ну, видите ли, да, сам Нона, вот да, опять-таки, да, о единстве его творчества, да, теперь уже о контекстуализации вот внутри самого творчества. Он ведь недаром, да, в этой самой связи, как ни странно, вспоминал ту же самую прерванную песню. Да, вот эта вот самая тишина, это не просто тишина, уж если да что-то с Бетховеном опять-таки параллелить, то это, как ни странно, да, не только у Берио симфонии, да, но у Нона-то, да, уж в первую очередь, это тема смерти героя, да, вот и герои, он нечто сказал, да, они ведь довольно много говорят у Нона герои, и вот он, собственно говоря, умер, наступила тишина, вот оно прервалось, и из этой тишины мы смотрим и в прошлое с некоторым ужасом. Ну, кстати, да, не даром он, собственно говоря, и Вальтером Бениамином так и интересовался, и его ангелом истории, как и известно, и цитирует и его, ну, не сам он, конечно, а Карачи в «Прометее». Да, и вместе с тем мы смотрим с ужасом вот из этой тишины, и очень, да, может быть, мрачной тишины, наступившей после смерти героя, в прошлое, и понимаем, что каким-то неведомым образом надо идти вперед. Вот это вот самое, да, смерть героя, которая, в общем-то, есть и культура, да, как-то сразу нам напоминает и Бетховена, и постмодернизм, с другой стороны, и какие-то, если угодно, да, реалии, там, чуть ли не наших дней, когда вот, да, был герой и нет героя. Да, песня, она вот, собственно говоря, была, и эта песня, она взяла и прервалась. Вот, такое бывает довольно часто, бывает в самые разные, как мы знаем, времена, и в самых разных странах, вот, и наступает вот эта вот, да, какая-то пауза и тишина. Вот это очень интересно, и я-то думаю, что если все-таки не слишком якорить, да, не слишком контекстуализировать музыку Нона вот в связи с его ангажированностью, с его даже приверженностью к коммунистическим идеалам, там понятное дело, что с композитора спрашивать за его коммунистические идеалы, это довольно неправильное занятие, и предавать, я бы вот как ни странно не стал бы при всей горячей приверженности Нона к коммунизму, там, да, переоценивать вот эти самые, да, его коммунистические идеалы. Мне кажется, что это все в конечном итоге шире и мифологичнее оказывается. И да, вот мы видим это стремление вперед с одной стороны, с другой стороны, трагизм нашего бытия. И с третьей стороны, что вот среди этого трагизма, когда, казалось бы, мы теряем всякую надежду двигаться куда-то вперед, тем не менее, все равно, да, вот это вот тихое, и, может быть, даже еще какая-то более внутренне собранная, волевая и в чем-то злая при всей своей тишине решимости идти вперед, она удивительным образом сохраняется. То есть, да, вот эта вот актуализация наследия Нона, в том числе его духовного наследия, глубинного духовного наследия, да, не лежащего на поверхности, ну, не Бандера Росса мы сейчас пить не будем, да, и под этой Бандера Росса мы не пойдем на концерт, понятно, сегодня это не так актуально, но вот этот вот, да, некий глубинный миф, который живет в музыке Нона, он может быть востребован, опять-таки, может быть востребован не массово. Но, знаете, он иногда бывает очень утешителен, и его внутри себя, в глубине где-то своего сердца, бывает иногда очень полезно пережить, просто вот послушав музыку Нона в какие-то, да, времена, как раз не в этом большом зале, где там надо слушать его большие произведения, не в корабле, на котором мы плывем через Прометей, а вот где-то там, да, у себя в комнатке просто, да, вот за компьютером или за хорошим проигрывателем. Да, Нон жив, но вот он жив, наверное, скорее в каком-то частном измерении, и в сердце он жив прежде всего. А это, может быть, самое главное место, где должен жить великий композитор. А все остальное, да, ну,
А сатальной шум, как известно, так оно и есть. Да, и действительно, Нона будет жить. Правильно. Вот. А теперь, когда мы поговорили о Уиджи Нона, у нас будет видеосюрприз. Я попрошу вывести видео на экран наших техников. Вы уже готовы. Вот. Это воспоминания, вот, смотрите, композитора Владимира Тернопольского о его встречах с Уиджи Нона во время визита Уиджи Нона в СССР в 1988 году. Простите, я просто добавлю, что сейчас будет воспоминание, как раз ответ на то, что чем является Уиджи Нона для Владимира Григорьевича сейчас, а воспоминания мы прочтем попозже. Да, воспоминания. 42 минуты с фигурой. Нет, 15. Хорошо. Вперед. В год столетия Уиджи Нона я просто не могу не воспользоваться возможностью рассказать об этом замечательном художнике, очень интересном человеке, с которым мне довелось, к счастью, вот несколько раз встречаться. Все эти встречи были очень разными, и они лично на меня всегда производили огромное впечатление и оказывали огромное влияние. Я уже как-то много лет назад написал даже статью о своих встречах с Уиджи Ноном и неоднократно рассказывал об этом. В 2011 году, по-моему, наш Центр современной музыки в рамках фестиваля «Московский форум» провел замечательную выставку Уиджи Нона при поддержке Института Уиджи Нона в Венеции. Эта выставка была в большом зале, и мы также сыграли концерты с сочинений Нона, студия Нона музыки играла. На этом вечере, вернее, днем была тоже конференция, и на ней присутствовал Юрий Любимов, тот самый замечательный режиссер, который поставил, по просьбе самого Уиджи Нона, поставил оперу «Под жарким солнцем любви». И я никогда не забуду тот замечательный сюрприз, который мы тогда преподнесли Любимову. В каком-то году там была поставлена эта опера, он уже сам не помнил, и не помню многие детали, но у нас оказалась видеокопия, видеосъемка этой постановки. Это была очень плохая видеосъемка, черно-белая, полулюбительская, но в принципе это был совершенно такой невероятный подарок не только для него, для нас, для всех, посмотреть, так сказать, в оригинале, как эта опера смотрелась, слушалась тогда, в момент ее премьеры. Это для любого художника, для любого композитора. Снова такие вещи, вот эта атмосфера, не просто премьеры, а атмосфера именно данного времени, именно данной точки во времени, всегда очень важна. Потому что, на мой взгляд, музыка Нона имеет как бы два измерения. Она всегда написана как бы для актуальной ситуации, даже можно сказать, для актуальной политической ситуации, социальной ситуации. И мир меняется, и много раз уже изменился за это время. И то, как сегодня слушается его музыка, смотрится его опера, его сценические сочинения, это не менее интересно, потому что это говорит о том, как смещается наше время, как оно смещает наш взгляд на события прошлого, как мы видим наше будущее. Нона – это композитор, весь устремленный в будущее. Да? Я не думаю, что сегодня есть вообще такие композиторы, такие художники, которые представляют себе завтрашний день. Вот. А Нона – это композитор, художник такого далекого видения будущего. Да, так вот, это наша не первая акция Центра современной музыки, связанная с Нона.
И при этом я должен сказать, что для нас, но не только для нас, во всем мире, для всех организаторов концертной жизни, исполнение нона – это огромный вызов и всегда большая проблема. Почему? По многим причинам. Первое, чисто техническое. Нон – композитор очень неформатный. Его составы, инструментальные составы, всегда очень сложны для воплощения, для концертного исполнения. То ли это будет, скажем, Прометей грандиозный, где хоры, инструменты, электроника и тысячи и тысячи компонентов должны быть идеально скоординированы. То ли это может быть даже какое-то сольное сочинение с лайф-электроникой, а это живая электроника, сегодня уже нет тех программ, с которыми работал Нона, с которыми работали его ассистенты. И сегодня воспроизведение, адекватное воспроизведение той электроники, о которой он думал, которую, собственно, он сочинял, тоже большая проблема. К счастью, сегодня осуществлена трансформация всей старой электроники, но он написан для старых, еще для старой аппаратуры, на новейшую аппаратуру. И в этом отношении надо отдать должное энтузиастам, которые это сделали, они даже пытались и воспроизвели шум аналоговой аппаратуры, которую сегодня дигитальная аппаратура не воспроизводит. То есть это все вроде есть, но это все очень трудно осуществимо. И я знаю, что даже в Германии, где, в общем-то, есть такой почти культ нон, и многие фестивали, концертные организации планируют концерты с его музыкой, это всегда большая проблема. Но это лишь первая часть проблемы, техническая такая неформатность. Гораздо большая проблема, она невидимая и, может быть, даже не так ощущается с первого, так сказать, подхода. Это проблема, что ли, идейная. Нона такой композитор, который духовно не укладывается ни в одно направление, ни в одну даже стилистическую тенденцию. Хотя он сам при этом потрясающий стилист. Стиль Нона очень ясный, его можно знать буквально с первой ноты. Чуть позже, может быть, я коснусь этого, какого стиль Нона. Но я в данный момент в первую очередь имею его духовный посыл. Нона, при том, что внешне это был как бы монументально высеченный такой вот итальянский, поразительно красивый, стройный, такой поджаро-спортивный мужчина, высеченный как бы одним штрихом. А вместе с тем внутренне он был очень противоречивым. Его генеральная установка абсолютно одна и та же была в течение всей жизни. Да, это прогресс, это социальный прогресс, это лучшее будущее, это борьба за маленького человека. Это композитор, конечно, революционер. Может быть, самый революционный композитор за всю историю, наверное, историю музыки. Вот. Тем не менее, он был настолько чутким человеком. Он улавливал как бы какие-то тончайшие, ну что ли, не знаю, электромагнитные колебания социальной, политической, идеологической ситуации. И довольно часто противоречил не только своему даже ближайшему окружению и своим коллегам, но даже самому себе. И очень легко найти у Нона высказывания разных лет совершенно противоположные. Чтобы понимать Нона, в первую очередь надо помнить, что он сформировался в годы итальянского антифашистского сопротивления и сформировался под влиянием и как прямой проводник и развиватель, что ли, вот этих новых революционных идей. И его убеждения абсолютно левые. Конечно, он был самый горячий антифашист. Он читал и использовал даже тексты, я не знаю, Грамши, Маркса, Ленина, я уже не говорю о других революционных текстах. Он также
стремился, он был, например, против франко-алжирской войны, против любой диктатуры, за полную свободу, свободу и в жизни социальной, и политической, и свободу творчества. При этом его стиль композиторский исключительно строгий. Можно сказать, что это такой строгий стиль середины 20 века. Собственно, стиль – это самоограничение. Вообще самоограничение, а особенно стиль послевоенного поколения композиторов 50-х годов, это, можно сказать, эстетика отказа, да, отказа от всего, что было, от всех лексем, которые были выработаны всей историей музыки. Да. Вся история по мысли традиционных художников послевоенного времени, вся история искусства, вся история культуры привела к фашизму. Значит, от всего этого нужно отказаться. Да, романтический вздох наш, который мы там читали, история музыки, там, да, восходящая кварта призывная, все это, так сказать, атрибутика прошлого, она фальшивая, и от всего этого нужно отказаться и выработать какой-то новый музыкальный язык, язык даже новую жестику, новые слова музыкальные, собственно, новый лексем. Это было характерно и для, не только для Нона, для Булеза, для Штокхаузена, но у Нона при этом было еще одно ограничение. У него еще было как бы такое революционное, да, не только послевоенное, но и революционное ограничение, революционный отказ. Ну, я только приведу в пример, может быть, воспоминания Хельмута Лахемана, его ученика, может быть, его главного, так сказать, ученика, хотя тоже очень противоречиво, с противоречивым отношением к Нону, исключительно, с исключительной любовью, но, конечно же, как два очень крупных великих композитора, с каким-то отталкиванием в то же время. Да? Когда Лахман приехал в Венецию к Нону учиться композиции, он же у него в доме просто. И Нона, увидев, скажем, в партитуре Лахмана 2-3 ноты, идущие подряд по горизонтали, возмущался. Ты что, пишешь мелодии? Ты что, романтик? Когда Лахман перешел, так сказать, к более точечному письму, и где-то там была, не знаю, тремоло одной ноты или там триль, но он возмущался. Ты что, куперен, чтобы писать триль? То есть я привел этот пример для того, чтобы показать, что эстетика Нона и его стиль – это, в первую очередь, эстетика великого отказа, причем двойного, в отличие от Штокхаузена и Булеза, ближайших, так сказать, современников. Это отказ и послевоенный, и революционный. От поиски абсолютно нового жеста, новой лексемы, нового неконвенциального инструментария и так далее. Нового использования текстов, нового как бы вообще содержания, то, что называется содержание музыки. И вот поэтому, по этим причинам музыку Нона очень трудно программировать, потому что она неформатна по составу, большинство его сочинений с электроникой. Сами требования Нона, мне довелось присутствовать на нескольких, немногих, к сожалению, исполнениях его музыки в присутствии самого Нона. И я был поражен тому, какие противоречивые указания он давал от раза к разу. Или самый, вот, может быть, яркий пример – такой, в партитуре стоит 5 пиано. Без, уже тише невозможно. Когда Нона сидел за пультом, за микшерным пультом, ну, он ставил примерно уровень громкости, ну, почти форте. Да? То есть его указания, это скорее, его нотные тексты, это в большой степени интенция в данный момент, в данном месте, да? Нежели какое-то универсальное какое-то вот раз и навсегда заданное, так сказать, заданный какой-то заданный формат. И вот в этом весь Нон. Это интенция, которую нужно словить, которая изменчива, как ртуть, течет в каждый конкретный момент, она иная. И таков был Нон и по характеру сам. И неудивительно, что уж его высказывания часто противоречивы, хотя генерально это всегда одно и то же, вплоть до, наверное,
позднего Нона, 80-х годов, это всегда революционная устремленность, где бы то ни было, в Латинской Америке, в Советском Союзе, во Вьетнаме, Китайская революция тоже, да, все, что революционно, все было его. Я бы даже сказал, может быть, без разбора. Главный критерий был, насколько это революционно, насколько это ведет нас вперед, насколько оставляет старый мир где-то в авангарде истории. Большое спасибо Владимиру Григорьевичу за то, что он записал к нам это видеообращение. Я, в свою очередь, хочу завершить нашу первую часть тем, что я действительно хочу согласиться со всеми, кто здесь говорил, что все-таки мысль Нона сегодня нельзя не подумать об одной простой вещи. Что в эпоху, когда жил и творил Луиджи Нона, модно было быть умным, модно было заниматься физикой, летать в космос и, в частности, на Луну. Сейчас, как вы понимаете, модно все совершенно другое. Вот, поэтому далеко мы от Нона или близко, может считать каждый в своей степени для себя, соотнося себя с тем временем, в которое большинство из нас, в общем-то, даже и не жил, по большому счету. А теперь мы приступим к следующей части нашего мероприятия, а именно к читкам воспоминаний о Луиджи Нона. Я попрошу к столу. Всех. Да, всех читали. Участников читок. Вот, попрошу вот, Антона, вот, Илью, да вот, чтобы мы здесь все сели. Да, и немножечко бы почитали. Марк Пекарский. Источник. Правдивая история, рассказанная Марком Пекарским о том, как он познакомился с Луиджи Ноном, как тот намеревался его одарить, как Пекарский скрывался, но его изловили и одарили. И все это с разглагольствованиями о музыке, о еде и иже с ней, о композиторах, о погоде и, конечно, о себе. Марк Пекарский. В ту пору с незабвенным Андреем Михайловичем Волконским, художественным руководителем ансамбля «Мадригал», мы сидели в кисловодском ресторане «Чайка» в ожидании очередного гастрономического удара под названием «Бризоль» и молча предавались размышлениям о проблемах сущих. Я, товарищ Пекарский, о предстоящем «Бризоле» и о чем-нибудь еще не-не-не-не-не перед концертом ни в коем случае, всего лишь о нарзане. Андрей Михайлович, товарищ князь, читал «Москву-Нувель», поминутно покусывая ногти, поправляя очки на переносице и разматывая колечки волос. Вдруг глаза его округлились, руки впились в волосы и яростно потянули их вверх. Видимо, князь окончательно и бесповоротно решил их выпрямить. Ни на секунду не прекращая этого перспективного занятия, Волконский повторял одну и ту же фразу. «Мой любимый Нона, мой любимый Нона». В газете я увидел фото этого самого Нона, и что-то по-французски. Очевидно, публикация относилась ко времени первого приезда Нона в СССР, столь блистательно описанного, увы, ушедшим уже Николаем Николаевичем Каретником. «Это гениальный итальянский композитор», – очнувшись, сказал Андрей Михайлович, заметив мою полную неосведомленность не только во французском языке, но и современной музыке. Хотя жалко, конечно, что он коммунист, да еще член ЦК Компартии Италии. Сентябрь в Кисловодске был мягким и солнечным, Бризоль – нежнейшим, нарзан – мокрым. Николай Каретников, источник. Николай Каретников, тема с вариациями. Чтец Антон Каретников. Книга «Тема с вариациями» вышла сначала в «Юности» и в «Огоньке» в 88 году, частями вызвала большой скандал. Ну, я думаю, даже по тем комментариям, которые мы сейчас услышим, она, в общем, всегда будет вызывать, очевидно, какие-то
так скажем, разные реакции в оценках, которые даны людям. Новелла называется «Визит знатного модерниста». Позвонила Мария Вениамина Юдина. «Коля, Луиджи Нонна в Москве. Сейчас он в Союзе. Поезжайте туда немедленно, он знает вас и ждет, что вы появитесь. Договоритесь о встрече у меня». Как выяснилось впоследствии, в Союзе композиторов особо готовились к этому визиту. Хренников собрал свое воинство и якобы произнес такую речь. «Вот теперь бойтесь. Это вам не какой-нибудь свой иностранец. Мы их здесь достаточно напринимались. Едет истинный враг. Он член ЦК итальянской компартии, зять Шомберга и настоящий модернист. Нам надо всем быть бдительными». К моменту моего входа в приемный зал иностранной комиссии, где Луиджи слушал записи музыки наших корифеев, из этого зала уже были насильственно удалены Денисов и Шнитке. Меня, однако, никто не остановил, и я спокойно уселся напротив Нонна между Щедриным и Антонио Сподовекки, который был приглашен в собрание, по-видимому, только за свое итальянское имя и фамилию. Язык он давно забыл, кроме «Порка Мадонна» ни одной итальянской фразы не произнес, да и по своей музыкальной ориентации был в этой компании абсолютной белой вороной. Уже слушали какое-то сочинение, и дослушав первую часть до середины, Луиджи попросил остановить музыку, и, невзирая на настоятельные увещевания Щедрина дослушать сочинение до конца, потому что главное еще впереди, наотрез отказался это сделать. Запустили музыку Свиридова. На нее реакция была точно такой же. Вот тут-то Антонио и высказал знание итальянского. «Порка Мадонна! Как может не нравиться Свиридов?» — продолжал он уже по-русски. «Сам Свиридов! Это невозможно!» Щедрин вторил ему как только мог. «Мы что же будем демонстрировать мускулы и доказывать правоту силы?» — ответил Нонна через переводчика и показал сначала на свои бицепсы, а потом даже задрал брючину и продемонстрировал мощную мышцу голени. В этот момент меня осторожно тронули за плечо. Я обернулся. Глава иностранной комиссии прочитал мне на ухо: «Николай Николаевич, вас срочно просит к себе оргсекретарь». Извинившись, я отправился в соответствующий кабинет Союза композиторов СССР. Бывший мой однокурсник, бывший фронтовик, бывший музыковед и бывший славный тихий парень, а ныне еще и бывший оргсекретарь и даже бывший композитор, сидел в своем кабинете бледный как полотно, совершенно безумным взором, и, по-видимому, волосы у него на голове периодически вставали от ужаса дыбом. Беспрерывно звонили 3 телефонных аппарата. Схватив трубку перед тем, как ответить на нее, он ей уже указал мне на стул перед своим столом и прижал трубку к уху. Я услышал: «Да, да, сидит, слушает, да. О, это какой-то кошмар. Мы не знаем, что делать. Да, да, конечно». Повесил трубку, схватил другую. «Да, да, да, сидит, слушает. Да, конечно. Но что делать? Он сказал, что Свиридов. Он сказал, что Кабалевский. Он сказал, что Арам Ильич. Сам Арам Ильич Хачатурян. Да, слушаюсь, будет сделано». Повесил трубку, схватил третью. «Да, да, сидит, слушает. Но что мы можем сделать? О, да, там Щедрин. Да, здесь сидит передо мной. Сейчас скажу, конечно, скажу». Продолжалось при мне это минут 10. Трезвонили телефоны. Как только одна трубка выпадала из обессилевшей секретарской руки, он хватал следующую и все время смотрел сквозь меня на какой-то далеко за моей спиной происходивший кошмар. Наконец, в звонках наступил небольшой перерыв, и оргсекретарь сфокусировал взгляд уже на мне. В состоянии панического ужаса он не соображал, кто, собственно, сидит перед ним. Сказывались не совсем забытые консерваторские отношения. Умоляющий, вглядываясь в меня, он спрашивал: «Ты сидел там? Ну что он делает? Ты думаешь, все спокойно, да? Просто сидит и слушает? И по-твоему ничего? И больше не обзывает? Ну ладно, ты иди туда, последи, последи». Теперь его взгляд сфокусировался на крышке стола, и, по-видимому, он зрел там нечто кошмарное. Я пошел следить. В зале продолжалась та же мизансцена. Щедрин и Сподовекки уговаривали Нонна дослушать еще какое-то сочинение. Тот был непреклонен. Пока, после прослушивания, я представился, и мы с Луиджи договорились, что встретимся у Марии Вениаминовны послезавтра. На следующий день меня срочно потребовал к себе Тихон Николаевич, чего раньше не бывало. Он встретил меня на середине ковра, начал, топая ногами, размахивать кулаками и, брызгая от ярости слюной, выступление и кричать: «Вы втираетесь к иностранцам! Вы сучаете им свои партитуры! Существует дисциплина! Вы занимаетесь партизанщиной! Мы этого не допустим, мы это прекратим. Вы предаете родину, вы поплатитесь за это». Он был в состоянии какого-то первобытного онтологического страха. В перерывах между фразами, когда он набирал дыхание до следующего выкрика, я успевал попеременно повторять: «И это неправда, и это неправда. Союз композиторов не военная организация». Скандал кончился безрезультатно.
На другой день у Марии Вениамина еще один участник этой драмы, сняв пиджак в белой модной нейлоновой рубашке, быстро носился по комнате и кричал по-французски, хватаясь за голову. «Зачем я сюда приехал? Что здесь происходит? Это какой-то...» Я попросил жену, говорившую с Луиджи на французском, передать ему, что он здесь всего третий день и уже сорвался в отчаяние, а мы здесь живем всю жизнь. «Но я же ничего не понимаю. Я прошу Хренникова о встрече с Шостаковичем». Тот говорит, что Шостакович уехал в Ленинград. Потом в Союзе композиторов случайно я открываю какую-то дверь и наталкиваюсь на сидящего Шостаковича. «Я прошу о свидании с Рождественским». Хренников говорит, что Рождественский сломал ногу и лежит в больнице. На всякий случай я позвонил, и Рождественский оказался дома. Зачем все это? Почему? Цитаты. Альфред Шнитке. Чтец Роман Насонов. Источник. Шульгин. Годы неизвестности Альфреда Шнитке. Он прибыл в нашу страну с каким-то скорее официальным, чем музыкальным визитом. В Союз композиторов Нона заехал с намерением спорить и доказывать. Но он не понимал одного, что никаких споров быть не может, поскольку весь церемониал встречи с ним был строго регламентирован. И когда он попытался что-то говорить, то не встречал ни возражений, ни согласий. Если же и встречал, то не в профессиональной форме, а в демагогической. Мы были приглашены на первую встречу с Ноном. Я виделся с ним и показал ему свою ораторию Нагасаки. Он отнесся к ней, скорее всего, критически и назначил вторую встречу, желая, очевидно, высказать свое недовольство, но эта встреча не состоялась. Я помню только, что у него возникли негативные впечатления от бесконечных фортиссимо партитуры и ее густоты. Сам Нона произвел очень сильное впечатление. Это оказался не засушенный, ненормальный авангардист, а напротив, очень живой, обаятельный человек, выглядевший при всей резкости своего поведения, даже отчасти беззащитным по характеру. Музыку, которую он привез с собой для демонстрации в Союзе композиторов, для нас оказалась практически недоступной, так как нас попросту не пустили на эти прослушивания. Почему? Мы, это Караманов, Каретников, я, а также многие другие, не оказались, по словам заведующего иностранной комиссии Союза композиторов, в числе официально приглашенных, хотя, как помнится, Нона совершенно определенно сделал такое необходимое приглашение. Денисов сообщил обо всем Нону. Тот был крайне удивлен. Однако, так или иначе, мы оказались вне этих концертов, и нам пришлось слушать музыку, стоя за дверью. Но впечатление от этого, правда, не стало менее значительным. Встреча с Нону, вот это подслушивание, оставившее неизгладимые художественные впечатления, наверное, во многом оказались решающим моментом для моего окончательного поворота на путь левых заскоков с компромиссного пути. Именно тогда я понял бесповоротно, что мне нужно учиться. Да и сам Нона говорил мне о том же. Помню, что когда он спросил меня, сколько вы проанализировали произведения Веберна, то мне было трудно, ответить было на это нетрудно, так как я в то время вообще не анализировал сочинения этого композитора. А ведь со мной, вместе с Бруно Модерно, 6 лет после окончания консерватории заново учился у Шерхена, вместе с которым они все изучали сначала, от Палестрины до Веберна. Но он негативно отнесся к моей опере «Счастливчик», которую я самоубийственно ему показал. Наибольшей похвалы его удостоились другие композиторы – Пярт, Тищенко, Каретников и Волконский. С этого момента я бесповоротно занялся изучением партитур новой для себя музыки. Часто делаю это вместе с своими студентами. В основном же приходилось работать ночью, поскольку дневное время отнимало работу для кино. Гидон Кремер, чтец Илья Овчинников, источник, Музыкальная академия, 1996 год, номер 1. Пути и перепутья одной дружбы. Его прямоту и откровенность, проявлявшуюся всегда и во всем, можно было бы трактовать в духе фатализма, но мне видится в ней выражение мужества Джиджи, его решимости не давать себе поблажек, и у самой грани небытия. Странник, пути нет, но идти надо. Эта надпись, увиденная Нона в одном Толецком монастыре, могла бы быть обращена к нему самому. В движении, постигая путь как цель, можно было бы приблизиться к Джиджи и попытаться что-то понять в нем. Нона провоцировал других и сам поддавался на провокации. Он, с таким упорством искавшийся от совершенства форм и совершенства жизни, мог доводить себя до отчаяния от того, что ему так редко приходилось с ним встречаться. Попытки воспринять чаяние и устремление Нона только с позиции реализма привели бы исключительно к осознанию того, что найти искомое совершенство абсолютно нереально. Ищущему никогда не найти покоя. В тоске по покою Нона, этот основатель беспокойства и его учредитель, обрел свой сизифов камень. Будучи человеком крайностей, он мог приходить в ярость от столкновения с посредственностью. Тупость, упрямство, нацеленного на правильное человека или властей, способны были довести его до взрыва.
Юрий Любимов, источник тот же, чтец Светлана Савенко. Однажды я получил письмо от Луи Дженона, которого тогда еще не знал лично. Он писал, что слышал от своих друзей много лестного о театре на Таганке и что хотел бы предложить мне поставить его оперу. Спустя 3 месяца приехал он сам с огромной сумкой, такой большой, что я удивленно спросил, неужели в Италии продают сумки подобных размеров? Он ответил, что сумку сделала его жена Нурия, дочка Шонберга. Он достал из нее бесчисленное число диаграмм листов с пометками, сделанными цветными карандашами. Мы расположились на полу и, стоя на коленях, но он принялся объяснять мне идею, содержание и структуру своего сочинения. Оно мне сразу понравилось. Я мало знал его музыку, хотя мои друзья-композиторы мне про нее рассказывали. Мы живем в разных странах, и я не знаю, как сложится в дальнейшем наша судьба. Но я рад нашей дружбе, поскольку в жизни не часто встречаются люди столь хорошие и великодушные, как Нона. Удивительный собеседник, верный друг, человек чрезвычайного такта, способный постигать окружающий мир, открывая новые явления, события, людские характеры. Часто, когда его нет рядом, я ловлю себя на мысли, что мне его не хватает. Надеюсь, дух дружбы, сопровождавший нашу работу, останется с нами навсегда. Потому что Луи Дженона музыкален во всем. А что может быть лучше музыки? Юрий Любимов, опять. Источник «Вечерняя Москва». Маршрутами дружбы 18 мая 1973 года. Да. Ширится география дружеских связей мастеров советского искусства с их зарубежными коллегами. Главный режиссер театра драмы и комедии на Таганке Юрий Любимов вернулся из поездки в Италию. Вот что он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы». «По приглашению Миланского театра «Ла Скала» я был в Италии в начале мая. Видел, как итальянские коммунисты праздновали День международной солидарности трудящихся, 1 мая. Познакомился с театром, его спектаклями. На сцене этого театра задумано осуществление оперы итальянского коммуниста Луи Дженона. В опере рассказывается о революционном движении, начиная с Парижской коммуны до наших дней. Осуществить эту постановку предложено мне. Пока еще окончательно не сложилось либретто, нет даже названия у этой оперы, но есть четкая определенная направленность, ее народный характер. Хоры, огромные массовые сцены помогут показать революционные массы крупным планом. В связи с этим будущий спектакль видится как народное зрелище, как политическая мистерия. Это близко нашему театру. Уже намечена творческая бригада, которая примет участие в подготовке спектакля. Художник Давид Боровский и балетмейстеры Наталья Касаткина и Владимир Василев. Другие были. Рикапсон был. Дирижировать оперой будет главный дирижер «Ла Скала» Клаудио Аббадо. Клаудио Аббадо. Чтец Роман Насонов. Источник. «Вечерняя Москва», 18 мая 1973 года. Возможность участвовать в исполнении нового сочинения Нона является для меня событием экстраординарным. Соприкосновение с шедеврами прошлого всякий раз несет новые и неповторимые музыкальные переживания. Но мне представляется, что чрезвычайно ответственно и очень важно активно участвовать в музыкальной реальности сегодняшнего дня. Подобно тому, как определенные театральные идеи Нона родились в период совместной работы с Любимовым и при просмотре спектаклей в Московском театре на Таганке, некоторые музыкальные идеи оперы «Под жарким солнцем любви» возникли в процессе нашего с ним музыкального сотрудничества. Например, результатом наших общих размышлений стало решение Нона преобразовать некоторые разговорные сцены, которые всегда трудные для певцов, поскольку разрушают единую музыкальную линию сочинения, в эпизоды частично мимические, в частично музыкальные. Снова Гидон Кремер, чтец Антон Дубин, источник музыкальной академии «Пяти и перепути одной дружбы». Однажды Джиджи спросил: «Гидон, ты не пробовал хотя бы однажды сыграть в концерте что-нибудь намеренно плохо, чтобы понять, до какой степени слабоумны поклонники, пришедшие к тебе с объявлениями восторга?» В этом был Нона. Противоречия стимулировали его. Все севшее на мель, завязшее, категорически предопределенное в мире звуков или в мире идей, было ему чуждо. Возможно, именно поэтому Нона в последние годы своей жизни стал чаще приезжать в Россию. Он чувствовал в ней движение, познавая его на собственном опыте. К
Художественные взгляды Нона и обязательства, которые в связи с ними он на себя принимал, на себя возлагал, вполне отвечали его взглядам и обязательствам гуманитарно-социальным. Он с легкостью и осознанно соблазнялся видениями светлого будущего и охотно верил тем, кто его обещал. Политические и социальные тона резонировали в характере и поведении Нона, которому чуждо было все удобно буржуазное, все консервативно-соглашательское, все алчущее успеха, продажное. В этом он ощущал только опасность и, в конечном счете, смерть. Марк Пекарский. Правдивая история, рассказанная Марком Пекарским и так далее. И вот, наконец, солнечный Ленинград, московский вокзал, гостиница «Советская», переполненный вестибюль, чья-то весело поблескивающая лысина с седым венчиком волос, затем поворот этого удивительно породистого сооружения на 180 градусов и Луиджи Нона. Он гость третьего международного музыкального фестиваля в СССР. Нона полон ожиданий, нетерпения. Наверное, он всерьез решил получить множество самых ярких художественных впечатлений. А также вслед за Тихоном Николаевичем Хрениковым возжелал плодотворного общения, счастливых и радостных дней в одном из красивейших городов мира. Работы у него было действительно много. Чего, например, стоила его дружеская перепалка с Франко Маннино. О, это был подлинный театр. Источник. Владимир Тернопольский. Музыкальная академия «Контрапутто Диалеттико». Чтец Светлана Саменко. Если по отношению к консервативным социалистическим коллегам он проявлял еще определенную терпимость, то со своим буржуазным соотечественником, лучшим другом секретариата СК СССР Франко Маннино, представившим на Ленинградском фестивале шестую симфонию для смешанного хора и оркестра в четырех частях, опус 262, едва ли не вступил в рукопашную. Для Нона эксплуатация традиционных форм и лексики была синонимом бюргерской самоуспокоенности и буржуазного мещанства. Он никак не мог смириться с тем, что то, против чего он так горячо боролся на Западе, как раз бурно расцветает в социалистической стране. На Ленинградском фестивале можно было наблюдать, как, не дослушав симфонические полотна некоторых авторов, как наших, так и из братских в то время стран, разгоряченный Нона нервно выходил из зала и в одиночестве, совершенно потерянный, стоял у дверей, с надеждой ожидая начала следующего сочинения. И чаще всего, вновь разочарованный провинциальным традиционализмом очередного опуса, вконец расстроенный опять выходил из зала. Если же ему в сочинении что-то нравилось, он тут же преображался. Помню, например, как Луиджи с воодушевлением сообщил о том, что собирается писать сочинение вместе с Гией Кончелли. Это уже само по себе свидетельствует о том, что Нона отнюдь не был музыкантом узкосектантских взглядов. Источник. Марк Пекарский. Правдивая история, там рассказанная Марком Пекарским и так далее. И вот Луиджи Нона сидит на ступеньках гостиницы «Советская» в ожидании машины. Он покидает Ленинград. Марко – это фестиваль музыки, в которой нет необходимости. Диор Курток в оценке ленинградского праздника искусства был более оптимистичен, сказав после прослушивания на дому у Кнайфера его «Агнус Дэй», что вот теперь он не может считать дни, проведенные в Ленинграде, потерянными. От себя могу повторить, что погода в мае 1988 года в Ленинграде была солнечной, и добавить, что венского шницеля в доме композиторов мне не хватило. Кстати, по словам ценителей гурманов, венский шницель оказался вполне ленинградским со всеми вытекающими обстоятельствами, так что, может быть, все к лучшему. Но зато в большом количестве наличествовал коньяк армянский, балованный. Постскриптум. Источник. Владимир Тернопольский. Контрапунто диалеттико. Чтец Антон Дубин. Перед своим отъездом Нона пригласил меня к себе и подарил одну из своих партитур с трогательной надписью. Для меня тогда стало неожиданным, что Нона особо выделил сочинение религиозного жанра «Иисус, твои глубокие раны». Это совершенно противоречило моим представлениям о его личности, ведь для Нона, как, наверное, и для подавляющего большинства современных итальянских художников,
В силу сложившейся в Италии специфической расстановки политических сил, религиозная сфера является крайне реакционной. Наш официоз всегда относился к нему как к итальянскому коммунисту, который, будучи идеологически прогрессивным, досадно заблуждался в своем творческом методе. Советский авангард 60-х, естественно, никак не мог разделить его коммунистических убеждений, которые расценивались как наивный идеологический довесок, не играющий никакой серьезной роли в его музыке или даже находящийся в противоречии с его лирическим дарованием. Впрочем, и чисто технологические аспекты сочинений Нона здесь едва ли оказали глубокое влияние. Пожалуй, лишь итальянские песни Эдисона Денисова, посвященные, кстати, Нону, в какой-то степени находятся в диалоге с его идеями. Григорий Шнырсон. Источник. Музыкальная академия. Номер 1 за 1971 год. Сюрреализм и алеаторика. Торжество противоположностей. Чтец. Мария Невидимого. Есть одна черта в человеческом и творческом облике итальянского композитора, решительно отделяющая его от большинства композиторов-авангардистов. Луиджи Нона понимает современность в искусстве не только как применение новейших средств выразительности, но прежде всего как служение передовой социалистической идее, борьбе за справедливое переустройство общества, за истинную демократию. Композитор-коммунист Луиджи Нона искренне стремится участвовать своим искусством в борьбе человечества за социальную справедливость и мир. Он хочет говорить музыкой со своими современниками. Однако между художником и его слушателями труднопреодолимым препятствием встает предельно усложненная серийными нормативами музыкальная речь. Драматический парадокс ситуации Нона «Аудитория» заключается в том, что на деле, в реальном своем звучании, его музыка мало отличается от музыки последовательных авангардистов. И Людмила Полякова. Источник. Музыкальная академия, 1960 год. Номер 3. С поездом дружбы по Чехословакии. Луиджи Нона – человек большого обаяния и несомненной талантливости. В увлеченности и убежденности, с которыми он выступал, ощущается даже нечто фанатическое. Так было, пока не зазвучала музыка в записи на магнитофон. И тут обнажилась безнадежность положения вдохновленного пророка, который пользуется для своих проповедей одному ему понятными заклинаниями. Ибо это была коллекция музыкальных ребусов, ключами которым не владеет никто, кроме их автора. Андрей Волконский, чтец. Илья Овчинников. Источник. «Ла Стампа», Венеция, 11 декабря 1977 года. Что? Контекст. Да. В 1977 году в Венеции состоялась биеннале диссидентов, о чем пишет Николай Молок. Историк искусства, автор книги «Россия на Венецианской биеннале», он главный редактор журнала «Вопрос искусствознания». В годы президентства Карла Риппа Демиана Венецианская биеннале стала в большей степени политическим институтом. Это проявилось уже в 1974-м, но еще больше в 1977-м, когда в Венеции открылась внеплановая биеннале диссидентов, посвященная модной в интеллектуальных кругах Европы теме инакомыслия. Подготовка выставки вызвала скандал. Как внутри итальянской, с критикой на социалиста Риппа Демиана, обрушились в первую очередь коммунисты, так и международной. Тем не менее, 15 ноября биеннале диссидентов открылась. На вернисаже были Иосиф Бродский, Андрей Синявский, Юлия Кристева, а также многочисленные европейские и американские интеллектуалы. За месяц работы выставку посетило 220 тысяч человек. Пишет Андрей Волконский. Дорогой Луиджи, в первый раз в Венеции собрались чехи, поляки, венгры, русские, украинцы. Мы часто имеем самые различные убеждения по поводу различных вещей. Среди нас есть некоторые, которые верят в социализм, и другие, которые в него не верят. Единственное, что делает нас похожими, это то, что все мы вместе совершили одно и то же преступление, которое заключается в том, что мы пробовали остаться самими собой и любить свободу. Ты, венецианец, решил все это игнорировать. Ты ни разу не попытался прийти и поговорить с нами. Почему? Когда ты в первый раз приехал в Москву, носороги из Союза композиторов не захотели тебя принять, потому что для них ты был ярким представителем загнивающего буржуазного искусства. Тебя принимали мы, то есть те, которых сегодня почему-то называют диссидентами. Термин очень неточный.
Я тогда пролетел 3000 километров, чтобы тебя встретить. Тебе сегодня нужно было лишь переплыть канал Джудекко в Венеции, но ты этого не сделал. Почему? Может, ты на стороне тех, кто бульдозерами громит выставки живописи, или тех, кто сажает поэтов или ученых в психиатрические больницы? Я часто слышал, что итальянская коммунистическая партия – это партия с открытыми взглядами, что в Италии все будет иначе. У вас была возможность показать всему миру, что вы не сталинисты, но эту возможность вы упустили. Я в курсе невероятных трудностей, которые встретили смелые устроители и организаторы этой биеннале, и каким неприличным было давление для того, чтобы она не состоялась. Пока что вы официально еще не пришли к власти, и поэтому у вас еще не было возможности все это просто запретить впрямую. Ах, насколько легче сидеть в кресле интеллектуального комфорта, в кресле манихейской риторики марксизма. С давних пор существует очень простая и вместе с тем трудная вещь – любовь к ближнему. Я боюсь, товарищ Луиджи Нонна, что ты культивируешь любовь только к дальнему. Такая любовь совсем другая и намного проще. Джиджи, ты меня разочаровал. Ты не любишь людей. Ответ. Луиджи Нонна Андрею Волконскому. Источник. Ла Стампа. Венеция, 11 декабря 1977 года. Чтец Светлана Савенко. Луиджи Нонна Андрею Волконскому. Письмо русского музыканта Волконского, адресованное мне от лица участника биеннале и напечатанное в Ла Стампа и Газетино там, понедельник. Понедельник, 12 декабря. И это очередной приступ антисоветизма и антикоммунизма, вероятно, хорошо продуманный. В манере Волконского выражаться, предельно тривиальной, не прощупываются даже контуры негативной догматической позиции, которая могла бы породить противоположную, тоже негативную. Разумеется, эта вылазка участников диссидентской биеннале нанесла серьезный урон критическому и взвешенному подходу, который требовался для обсуждения подобной темы, кстати, тщательно игнорируемой определенными политическими силами. Позитивные предложения столкнулись со стенобитным орудием предельно субъективных оценок и решений. В этом послании все свидетельствует о тривиальном антисоветизме и антикоммунизме, как выбранные сюжеты, так и выводы. Кроме того, здесь налицо аристократическое высокомерие боярина и князя-монархиста, хотя и немного припудренное толстовством, выраженное в желании, чтобы ему поцеловали туфлю определенные индивиды, массы и политические партии, причем в желании этом явственно угадывается сентиментальный и пиетистический шантаж. При этом по глупости игнорируется непрерывный характер исторического процесса, который очевиден активным и ответственным участникам этого процесса, в том числе критически преодолевающим драматические ошибки прошлого. Может быть, я должен был выразить свое почтение, тоже сентиментальное и пиетистическое, тем, кто пропитан идеями, выраженными в письме, тем, кто хочет увлечь других своими абсолютно окончательными оценками и обвинениями. Разочарование, выраженное Волконским по поводу моего отсутствия, есть следствие бессодержательности его иллюзий. В своей бесцеремонности Волконский безоглядно использует откровенную ложь. В 64 году товарищ Пестолоцца и я были приглашены в Москву, Ленинград и Таллин как раз теми носорогами, выражение Волконского, из Союза советских композиторов, которые, по его мнению, нас не приняли. Разумеется, у нас были разногласия в оценках и в практике, но мы, тем не менее, смогли добиться, что на прослушивание музыки, которая состояла в Союзе композиторов, были приглашены молодые московские музыканты. У этих молодых музыкантов были какие-то нелепые трудности во взаимоотношениях с Союзом. На завершающем прощальном собрании, на котором присутствовал Шостакович, мы с Пестолоцца в искренней, но в то же время твердой манере ответили тем, кто нас обвинил в том, что мы хотели познакомиться с молодыми композиторами, в числе которых был Волконский, встречи с которыми не были запрограммированы Союзом. Еще раз искренне подчеркиваю, начиная с нашей первой встречи в Москве,
Мы действовали всегда ответственно и решительно. Продолжается также процесс критического осмысления действительности, благодаря расширению предмета дискуссий, в которых я принимаю активное участие как в рамках моей деятельности в итальянской коммунистической партии, так и вне ее партийной дисциплины. Чтец Роман Насонов. Тишина. Ее трудно слушать. Трудно молча слушать иное. Иные мысли, иные шумы, иные звуки, иные идеи. Вместо этого мы надеемся еще раз услышать себя. Это преграда для мышления и для встречи с тем, что сегодня нельзя объяснить. Это факт систематического мышления, основанного на априорном знании. Знании, которое получено до опыта. Нам нравится комфорт, повторение, миф. Нравится слушать одно и то же, с небольшими отличиями, которые позволяют нам демонстрировать свой интеллект. Луиджи Нона. Большое спасибо всем участникам читки. Я думаю, что благодаря Марии Невидимой, которая является продюсером этого мероприятия, мы получили хорошее представление о том, как Луиджи Нона взаимодействовал с Советским Союзом. Я только что читал лекцию для музыковедов 4-го курса о композиторских объединениях за последние 50 лет. Начинал с АСМ-2. И первое, на чем я себя поймал, что 50 лет было в 1974 году, и что передо мной люди, которые родились с около 2000-го и чуть-чуть попозже. Да, вот. И что мне придется объяснять, что было в 1974 году. И я очень рад... Было столетие Шонберга. Да, было столетие Шонберга, да. Вот. Я очень рад видеть здесь молодые лица, студентов, которые пришли сюда. И большое спасибо всем участникам круглого стола и читок. А я приглашаю вас всех на концерт, который состоится в зале по соседству в 7 часов, чуть-чуть больше, чем через час. Большое спасибо. Да. Спасибо. Спасибо автору этого монтажа. Да. Вопрос Марьяны Сергеевны Сусловой. Нет, вот. Маша, я хотела сказать спасибо отдельное Маше, которая этот монтаж сделала. Это дело ее рук. Марина Сергеевна. Не помню, наверное, никто, кроме меня, не присутствовал на встрече с Юрием Петровичем Любимовым, когда он приходил сюда и за этим столом. Почему? Мы все были все на ней. Все там были. Вот. 9 декабря 2011 года. Да. Да, и он играл, и у того, что первые вылезали из задних глаза, и все остальное. И выдержал весь день у нас. И бросил в угол. Демичев вообще пришел неописуемый ужас. И после этого отпустил уже Любимова. Это было, конечно... Ему было уже много лет. Да, и там есть еще такое небольшое дополнение. Это зачитывало самоубийство, про самоубийство. Самоубийство, да, а про Декафуни, который стоял, не было. Ну, как полагалось, это Декафуни. Это Декафуни зло. Это мы как раз. Здесь тоже меня. Вот такая картина. Спасибо. Спасибо. Все. Все. Теперь музыка. Антон. Ой. Да, скажите.